Здравствуйте! Вас приветствует канал SPO.com. И сегодня я покажу, как настроить эмулятор RPC X3 для того, чтобы поиграть в игру «Воины самурая», четвертая часть. Снимаю это видео по просьбе одного из подписчиков. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Я настраивал на хаксборке 102.32. Себе уже скачал, разархивировал. Ссылка на бесплатный архиватор будет в описании. Запускаем. Игра имеет статус in-game, я с этим не согласен. Она на full спиде, идеально эмулируется, как мне показалось. Сами все увидите. Геймпад. Играю на клавиатуре, выбирается keyboard. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх, теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет вверх. Так по аналогии весь геймпад настраивается. Те, кто предпочитает играть при помощи джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на видео также будет в описании. Также будет в описании видео о том, как взламывать игры и накручивать различные ресурсы. И будет видео, как подключить мышку и с ее помощью играть на этом эмуляторе. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Change Custom Configuration. Для меня игра показалась совершенно нетребовательной, поэтому я поставил 2К разрешение себе. Вот эти две галочки в обязательном порядке ставятся. Иначе игра не запустится. 200-210. Я включил отображение FPS и других параметров. Apply Save Custom Configuration. Запускаем. Battle with Custom Configuration. Делаем на весь экран. Крест. Сохраняемся. これにあり。
全焦地取りでは崖道を確保するため危険じゃが、うまくいけ。死と隣り合わせの奇襲に吉本に会う前に地獄へ落ちなきゃいいけど。暇じゃの、雨が止めば進軍できぬの。蹴鞠でもしようかの。織田軍の奇襲、なあ、うろたえるでない。
嫌な予感がしたんです。こっちから来るかもしれないって。この崖の上に殺気が。念のため警戒に当たります。殺気？マロは気づかなんだの。サチの気のせいではないかな。ダメだ、ダメすぎる。Вот так это работает. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPVComp, ставьте лайки, заходите на наш сайт spvcomp.com.